Приветствую вас, друзья, в игре Рапт. С вами Роман и Индиго. И наши приключения в океане продолжаются. Если вы помните, в 2020 году летом мы с Аней играли в эту игру. Наши приключения можно было посмотреть в плейлисте по игре Рапт. Те, кто следил, помнят, как это было. И мы проходили главу. Тогда глава закончилась на острове Бальбоа. Вот. И я сказал, что как только выйдет следующая глава Караван Таун, мы снова отправимся в путь. Так вот, глава Караван Таун уже вышла. И мы продолжаем наше приключение в игре Рафт. Сейчас будем плыть к острову Караван Таун. Подобрала лут? Да. Все, можно снова плыть? Подожди, да, я доплыву. А ты еще не на плоту? Нет. Наш плотик никаких изменений не претерпел, как вы помните, с последнего раза. Акула вот только тут снова пытается индигу слопать. Все, плывем. Тихо плыву меня чуть-чуть. Так, парус. Я совсем забыл про парус. У нас же тут есть парус. Так, а плыть нам надо на остров Караван. И это уже недалеко. 800 метров. Остается до острова Караван. Я не пойму, надо нам парус или не надо нам парус. Надо, конечно, надо. Ну, мы вообще-то на моторах плывем. Ну, что? Парус все равно надо. Только сейчас посмотрим. Забыл, как парус убирать. Ты помнишь, как убирать парус? Я что-то не могу его убрать. Нет. Сейчас давай посмотрю. Это вот я его поворачиваю. А как его свернуть, то не помню. Ну это какую кнопку ты нажал? Е. Надо посмотреть, мы с парусом быстрее плывем или медленнее. Парусом мы должны быстрее плыть. Вот как бы это проверить. Работают у нас двигатели на биотопливе. Биотопливо-то уже заканчивается. Акула! Топливо у нас здесь. Надо заправить. Есть.
Скоро подплывем к острову Караван. Осталось 400 метров. У нас по истории мы были на Бальбоа острове. Медведя там, помнишь, убивали? Медведицу, помнишь, убивали? Аня. Да, я слышу. А почему не отвечаешь? Отвечаю, я тебе несколько раз сказала, да, я помню. Вот, а сейчас мы плывем Караван Таун. Там город Караван называется. Остается чуть-чуть. Будем исследовать этот город. Вон впереди, по-моему, уже показался. Так, у нас аккумулятор. Заряда вообще мало. Сейчас пойдем исследовать караван. Город. Смотри, чтоб у тебя были стрелы и все прочее. А мы знаешь, сколько уже прожили дней? 316. Смотри, куда мы подплываем. Наверное, тут будут новые рецепты. Бандар Кафилах. Смотри, куда мы приплыли. Сейчас, секундочку, я посушу. Пока родик. Так, надо с собой взять мясо. Воды обязательно. Не знаю, что нас там ждет на этом острове. Да. Может, какую-нибудь еду, которую ты изготовила, скушать? Да, скушай. Простое рыбное жаркое. Ой, мне прибавилось. Чисто очень больше все. Так, возьмем. Курочка яйцо снесла. Пошли на остров. Сейчас. Это остров? Похоже.
пугаешь. Это остров Караван. Сейчас прикараванимся. Ищи тут всякие, должны быть заметки. А что, почему это ты спрыгнул или нет? Вот, и сейчас я попала. Всякие заметки ищи. Хорошо. Записки. Поднять. Записки. Вот. Записки. Деталь для зарядного устройства я нашел. Вот, мы будем батарейки заряжать. Ты повнимательней вот. Меня, так поэтому... Хорошо, что мы батарейки... Хорошо, что батарейки не выкидывали, да? Да. Ты внимательней меня, поэтому смотри, если я что пропущу. Смотрю. Я повнимательней откуда? Да. Ну, конечно. А почему у меня нету пистолета? Тут нету пистолета. Ну вот почему у меня нету пистолета? Тут пистолета нету. И почему... Вот я вот эти сетки не могу собрать, которые здесь. А? Не знаю. Вот здесь столько много добра лежит, вот это бы все забрать. А я не могу. Почему? Почему? Ты от меня не отставай. Я тут бегаю, смотрю внимательно. Так я там уже пробегал. Ну я знаю, как ты пробегиваешь. Ну, а всякие. Вот смотри, дерево мы его можем срубать, нет? Ну-ка, я сейчас посмотрю. Ну, если ну, к нему подойдешь и написано... Следить. А, нет, нет, не можем его срубать. Здесь, смотри, лестницы, вот надо по лестницам лезть. Вот я кухню... Вот-вот нам бы такую кухню. Смотри, какая здесь кухня стоит красивая. Ой, использовать, а что это? Ой, так я сюда вовнутрь заглянуть даже могу. Научный как журнал где-то засекречено. Мама говорит, нужно записывать мысли, чтобы они закрепились. Вот и пишу. Город Караван – это скала посреди воды. Тут хорошая земля, можно выращивать свиней на убой. Мы приплыли на лодке, а вместе с нами половина оставшихся с Джакарты. Они приняли нас, потому что мама умная, а папа хороший сварщик. Про меня говорят одним ртом больше, но я-то им покажу. Есть проблема. Караван – небольшой город, и свиньи занимают слишком много места. Мой личный ассистент Санджей говорит, что основная часть острова под водой. Но что, если воду убрать? Ну, как? Значит, тут нам еще и воду убирать надо. Смотри, Керман, смотри, солнышко, а тут можно шкафчики открывать. Знаю, а ты видишь, что уже половина шкафчиков открыта? Нет, вот здесь, где я бегаю, шкафчики еще закрыты. А, ну, значит, я их пропустил. Значит, ты их пропустил. И вот здесь в кемпингах не был. Вот, а я их все открываю. Где шкафчики открыты, значит, я уже там побывал. Так, ладно, пока будем лутать. Все тут. Так, а я тогда и там шкафчики пойду пооткрываю, я здесь их не открывала. Да там я, наверное, уже все пооткрывал. Тут надо вот прыгать и вот по этим лестницам ходить. Почему у меня пистолета нету? Здесь нету... Ой, а какой нашел, что это такое? А, это хлам. Здесь могут быть чертежи. Надо паркуром заниматься, чтобы запрыгнуть. У меня запрыгнуть-то не получается.
Ой, знаешь, что мы забыли взять с собой? Что? Здесь пчелы. Если бы сачок у меня был, я бы пчел поймал. А я тебе сейчас принесу? Нет, я уже не буду спускаться. Это я уже высохну. Ой, так тут еще и наверху можно открывать. Ой, а я там, а я, значит, так. А ну-ка, ну-ка. А я тут наверху не открывала. Ну тут всякий хлам, доски. Диаман? Да. Этот хлам, между прочим, мы на этом хламе живем. Этим хламом живем. Так он... Если бы не этот хлам, у нас бы с тобой ничего бы не было. Он попадается, когда мы на плоту плывем. Ну, дорогой мой. Если ты еще недалеко поднялась, то сходи за сачком, тут тебе попадутся пчелы. Ой, курица бегает, а я думаю, кто-то. Ой, нам курицу надо, солнышко. Ну, у меня с собой нету сетки. А принести тебе? Ну, потом сами эту. Давай пока, да, просто исследуем. Пока мы исследуем просто, а потом... Ой, я слышу, курочка кудахтит. Так. Потому что если я ее поймаю, это же мне надо ее будет. Так, я застряла. На плот тащить. Ну да. Нам здесь что-то надо заметки вот эти найти. Чтобы потом понять, куда дальше плыть. Вот записка. Папа говорит, что нужно уходить. Что-то не так со свиньями. Мама засаливала мясо, которое нам давали. Поэтому мы и не заболели. Но доктор Хенри говорит, что в конце концов заболеют все. Папа Санджея заболел, а он ведь вообще не ел мясо. Болезнь распространяется, хотя всех больных положили вместе. Ведь караван не такой уж большой. Санджей говорит, что мы еще встретимся, но океан ведь такой огромный. Мы поплывем искать сушу, и в этот раз туда отправятся все. Вариантов у нас немного. Поняла. Поняла. Ты это все, кстати, тоже можешь прочитать, если нажмешь кнопку Т. У тебя откроется дневник. Тут надо паркуром заниматься, чтобы везде попасть. Где шкафчики открыты, значит, уже там побывал воровайка Роман. Да, воровайка Роман побывал, но, между прочим, а шкафчики это не открыты, а другие даже не посмотрел, не посмотренные. Ну, значит, пропустил. Пропустил, конечно. А они некоторые не открываются? Я знаю. Но у тебя вот шкафчик, я смотрю, один открытый, а другой не открытый, а там и лежит вещи лежат. Я открываю после тебя, и там это. Ой, тут это сколько их тут много.
Ай, я упала совсем вниз, упала. Ну вот. Исследуем. Ну, курица бегает прямо передо мной. Надо нам ее поймать с тобой, солнышко. Нам с тобой яйца надо. Как ее отсюда с высоты? А здесь вообще двери закрытые. Как же ты тут был? Так значит, не был. Ты, наверное, в другую часть острова пошла. Ну как же в другую? Вот я здесь же, где ты, где этих домиков много. Ну, тут как бы на две части он поделен. Еще записку. Дорогой Самир, пишу это письмо в надежде, что ты не повторишь моих ошибок. Я возглавляла проект «Реформация». Мы терраформировали мертвую землю в Африке, выкапывали реки и сажали деревья. Мне пришлось научиться водить трактор, как-нибудь расскажу. Температура все повышалась, работать становилось все труднее и дороже. И спонсорам не нравилось тратить деньги. Деньги – это такая штука, которой мы пользовались для обмена. Съесть их нельзя, заткнуть дыру тоже. Но это была самая важная вещь в жизни. Мне следовало... Какую дыру заткнуть? Ну, в домике. Мыши прогрызли, а деньгами-то не заткнешь. Ой, кто меня бьет? Не поняла. Пчелы, наверное. Нет, не пчелы. Это тут что, опять этот летает, что ли? Так, мне следовало дать отпор, но другие взяли вину на себя. Затем богачи ушли на юг, и теперь земли там не осталось. Только камни. Раньше суша была бесконечна, можно было бежать целую вечность и так и не добежать до океана. Жаль, что ты такого уже не увидишь. Запомни мои слова, Самир, запомни хорошенько. А когда найдешь сушу, цени ее и расскажи остальным о том, что мы потеряли. Твоя мама Мариам. У меня тут свинья орёт. Свинью надо убивать. А ее нельзя приручить? Нет. Ее надо убивать, она дает кожу и мясо. Хороший. Так, Герман, уже ночь наступила, пойдем домой. Так у тебя меня же фонарик тут... налобный. Ну, меня тут еще этот бьет. Кто тебя бьет? Ну, орел тут этот летает. Ну, сейчас я вот тут доисследую. Ты в домик заходи и все. Ой, он что, через домик бьет? Ты говоришь, что здесь... А вот еще записку я нашла. Вот, бери. Добавлена новая запись. Посмотри, что за новая запись. А это что такое использовать? Научный журнал. Санджи говорит, что идея с водяным насосом не работает, потому что в колодце не хватит места для воды. А еще соседи начали жаловаться на соленую питьевую воду. Ноют, потому что слишком нетерпеливые и не понимают мой научный подход. Я спросил у папы, почему бы нам не отправиться под воду. Но папа просто рассмеялся. Никакого воображения. К счастью, Санджи показал мне рисунок из какой-то старой книги, которую он нашел. Костюм для подводных исследований и огромная чаша, под которой может уместиться целый город. Молодец, Санджи. Герман, я тут как вот где записка, я тут еще какой-то насос нашла. Ну, я включила, из него вода пошла. Да? Да. А может не надо? А там он запчасть.
Это вот почему его нужно, ее нужно подключить, и тогда он заработает, по-видимому. А какая нужна запчасть? Она вон внизу лежит, труба еще. Так, надо мне ее подобрать. Этот орел теперь в меня камни кидает. Удерживать для что? Для плавного вращения. Слушай. Вот так что ли? Ой, ты где внизу в самом? Вот так что ли? Ну-ка попробую сейчас еще раз. Вот какая-то дрянь летает. Я сейчас посмотрю, кто это. Опять немножко не туда. Точно, это орел летает. Камни кидает поросенок. Летающий. Вот так что. Ой, я без себя не разберусь здесь с этой системой. И там что-то надо починить, ясно. Требуется деталь 3. Тут надо детали собирать. Блин. Продолжим исследовать. Сейчас поверну. Все попадает. Колодец начал наполняться. Все, не лей. Все, не лей. Деталь для зиплайна. Есть, взял. Вот, теперь мы сможем зиплайном воспользоваться. А что такое зиплайн? Жди меня. Меня тут этот уже достал. Да, ну, прячься просто в домик. Сейчас я к тебе залезу, и мы пойдем. Там вот зиплайн нужен. Так. Подожди, как я? Пошли за мной. Секунду. Да ты его так не убьешь. Это надо его опять много-много раз долбать. Возиться с ним дольше. Попала? Попала? Когда он на меня летит, я попала в него. Пошли за мной. Пошли. Сейчас, правда, ночь будет. Так. А, нет, нам надо не сюда. Пошли за мной. Тут смотрел все, подожди. Курочка бегает. Да. А ты где? Вот. Темно, я тебя уже не вижу. Вот тут-то. А вон он ты где. Так, ну тогда надо где-нибудь просто тогда пересидеть. Заходи в этот какой-нибудь домик. Просто тогда сиди в домике. Ждать, когда день будет. В темноте ничего не увидим.
смотри за мной. Идешь? Деталь для зиплайна. А чё, почему не работает? Я же ее нашел. Требуется деталь. А, или третья деталь для зиплайна. Значит, еще одну не нашел. Вот по этим канатным линиям, потому что у нас какой-то часть надо найти, чтобы зиплайн сделать. Понимаешь? Mm-hmm. Тогда мы сможем вот этими канатами пользоваться. Ну, пошли искать щит. Какую-то запчасть надо найти. Третья деталь для зиплайна.